Всем большущий привет! Вы на канале Верьемин. Меня зовут Антонина, и сегодня я буду вашим фитнес-тренером. А чтобы всегда быть в курсе самых крутых тренировок и регулярно получать себе бесплатные тренировки, подписывайтесь на мой канал. А мы с вами не будем затягивать и начинаем нашу крутую тренировку на внутреннюю поверхность бедра. А как вы вообще считаете, у девушки, у женщины должен быть просвет между ног или нет? Обязательно пишите в комментариях, поделитесь своим мнением.
с вами выполнили супер классную тренировку. Это был один круг. Для лучших результатов я рекомендую делать 2 или даже 3 круга. Поэтому отматывайте в начало и начинайте заново. Я вам гарантирую, что вы позанимаетесь так неделю, даже несколько дней, и вы уже заметите результат. Вы заметите, как ваши мышцы подтягиваются, как вы становитесь стройнее и красивее. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать тренировки. Заходите в описание под видео, там есть плейлисты, разные тренировки на разные группы мышц. А мы встретимся с вами в следующих видео. Пока!